Всем привет, а особенно привет стратегическим жеужикам. Я продолжаю проходить последнее дополнение к Анно 1800, Земля Львов. Куча у нас всяких... Да, я публикую, чисто на самом деле это... Мне это уже не особо... Я не понимаю, почему автопубликация не работает. По идее, должно само опуститься. Ладно, неважно. Если вы не видели начало, то лучше к началу перейти, посмотреть, как тут все проходится. Надо заниматься керамикой. Хотя давайте посмотрим, какие у нас тут квесты еще. Да, вот это я не очень понимаю, как мне выполнить, честно говоря. Что за... Где мне этого дьята взять? Ну ладно. Подождем. Так. Я думаю, что мы начнем выращивать... Так, мне нужно для керамики и гобеленов. Значит, где у нас керамика? И тут индигофер. Я просто считал, что мне надо 4 фермы индигофер. Кстати, как мне в комментарии правильно написали, не обязательно... Грузовые станции. Вот 30 великов сюда отвозим. Не обязательно орошение делать. Орошение просто дает плюс 100% к производству. Но, согласитесь, это приятненькое улучшение. Может, хотите выпить чаю? Да, а силосные башни я когда смогу... А, это не здесь, это вот здесь. Да, силосные я уже могу ставить, и оно ТЭФ потребляет. Но мне кажется, хотя вот для молока можно было бы поставить. Давайте глянем, сколько оно места занимает. По-моему, 2 клетки должно. Нет, дофига, слушайте, дофига. Так, и мне надо, чтобы оно рядом именно... Так, давайте думать. Я просто смогу, если я силосные башни поставлю, я смогу меньше этого молока, ну, то есть меньше этих коз делать. Он, по-моему, плюс 100% добавляет. Так, во-первых, мы вот здесь можем. Так, у нас тут перемещение. Так, по-моему. Да. В лес. Так, вопрос только, сколько у нас Стефа этого. Может, у нас его не так уж и много. Ладно, давайте одну пока поставлю. Пускай молочко копится. Начинаем здесь. Значит, нам... Во-первых, давайте я улучшу. Ваши люди чествуют своего лидера. Во-первых, нам нужно примерно 100 населения тут. Наверное, вот так как-то сделаю. Да, и я все еще не понимаю... Почему вот в этих местах... А, уже все, 100%. Вот почему-то у меня не было 100% рубашек и молока. Хотя на складах они были. Подойдите же. Вы достойны похвалы. Ну, это в музей. Но это я позже отвезу. Пока складируем все здесь. Отправляемся. Сейчас я проверю, что у меня... Тут ничего нету. Ладно, надо не отвлекаться, надо заняться здесь уже выращиванием необходимых вещей. Правильно? Правильно. Так, давайте тут рынок добавлю. Четыре, пять, вот. 10 зданий тут должно хватать. Я так понимаю, что здесь невозможно такой порт построить, как в Старом Свете, чтобы жители работали на обоих островах, к сожалению. Поэтому придется везде делать. Да, но да. То, чтобы 10 жителей было, надо еще и молоко с рубашками. Так, давайте мы пока начнем. Вот для этой фигни тут должны быть рабочие.
Тут не должно быть рабочих, это хорошо. Так, теперь давайте подумаем, где мне лучше поставить орошалку. Наверное, все-таки тут. Так, и как мне тут дорогу провести? Я бы, конечно, фермы здесь организовывал. В первую очередь, потому что тут жилье, а там фермы, так? Давайте дорогу так. И так. Теперь... Подождите. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так будем проводить орошение. Пошло. Здесь, наверное, три, четыре, пять. Вот так сделаю. Так, если я так делаю, значит, тут надо немножко дорогу по-другому, чтобы было место для фермы. Так, и сколько здесь... Просто я пока поставлю, гляну, 144. Не, наверное, надо как-то подвинуть, чтобы оно как раз находилось. Вот так, наверное, сделаем. Так. Так, 132, отлично. Получается, у нас тут вроде с фермами. Красиво. Так. Ну ладно, пускай так будет. Тут я ферму... Так, одна уже есть, только надо подумать, где склад поставить. Ну, я бы как-то вторую... знаете, какая у меня есть идея? Давайте мы вот так попробуем. Тут уберем. И эту штучку бахнем вот тут. А склад мы где-то здесь поставим. То есть я хочу максимально использовать плодородные земли и также максимально... Ну, в смысле, не плодородные, а орошенные. Также максимально не орошенные. Кажется, даже отлично получается. Да. Класс. Так, и складик где-то... Давайте вот так организуем. Так, у нас не хватает еще 10 для второй. А что тут надо? Сколько? 50, чтобы... Так, давайте, значит, еще одну. Нет, не с этой стороны. Здесь построим. Еще один квартальчик, я не люблю. Так, еще одну ферму, значит. Ага, дерева не хватает. Надо подвести. А меня поставил тут покупать дерево? Нет. Так, надо дерево привезти. И заодно молочка. А, подожди, пока не хватает. Не, сейчас должно стать, подожди, их тут 10, 20, 60. Да, молока должна сейчас... Мне надо будет организовать здесь караван. Но это чуть попозже. Так, давайте, наверное... Так, 30 пока привезем. То есть сначала караван будет отсюда. Ой, блин, тут еще дерево надо стоять.
Отправляемся. Так. Давайте думать, где нам тут дальше. Ну вот тут я могу сделать. А, давайте дорогу проложим. Ага, вот тут у меня будет дорога идти, так что можно один сегмент убрать, я думаю. Тут не надо орошения. И благодаря этому здесь поставить ферму и вот так. То есть третью еще можно. У меня вообще 4 надо. Давайте посмотрим, насколько это вообще реально. Да, вообще реально. Отлично. Красотет. Красопет. Я бы даже это назвал. Так, раз, два, три, четыре. Постепенно орошаем. Так, а тут можно здесь поставить ферму. И будет все равно дотягиваться, правильно? Есть. Так, значит, эту делаем. Эту тоже делаем. И... даже склад улучшу. Так уж и быть. Значит, тут дорога. И ставим ферму. Индигоферы сюда. Эх, тут немножко многовато, конечно, территории. Видите, еще сколько места оставить. Но тут можно будет по-другому проложить каналы, например. Вот здесь канал сделать, тут убрать и тут что-нибудь потом всунуть. Так, все, значит, 4 фермы готовы. Уже что-то на индигоферу накопилось, 3 штучки. Давайте немножко подождем, пока грузовые создам станции. Караванчик. Сколько тут потребления... потребление блин, сложно понять. Ну, наверное, надо где-то штучки 4 молочка каждый раз сюда привозить. Значит, как у нас следи называется? Беззубый пес. Давайте как-нибудь его переименуем по-другому. И внешний вид другой сделаем, покрасивше. Так, как у нас тут корабли переименовывают? А, вот так просто. Давайте назовем молочное индиго в честь того, что он будет перевозить. Делаем маршрут. Так, создать торговый отсюда сюда. Тут мы грузим. Ну вот, блин, можно было бы, знаете, что еще сделать удобнее? Вот я же здесь в Африке, тут не может вот это вот ничего производиться. Могли бы убрать из списка. Давайте на всякий случай 2 прям сделаю. А здесь грузим молочко козье. Только не 50, а давайте 3 попробуем. Посмотрим, будет ли хватать. Тут, соответственно, выгружаем. Надо называть индиго. Надо называть так, как что вас тут переводят, чтобы вы понимали. Индиго молоко. Желательно еще, блин, сортировать по месту
по тому острову, где это работает. Так, Африка, и мы сюда добавляем бездействующее вот, молочное индиго. И понеслась. Загрузил 13. Значит, смотрим. У нас глина. Там я сам просто гончарную мастерскую поставить. Одну. Давайте вот тут буду ставить. У нас есть. И... Так, а вот лен... Подождите, у нас лен вроде как на рубашке идет, у нас вроде не должно его накапливаться. Да, значит, мне надо еще... Так, видимо, две льняных фермы и одну льняную мастерскую. Две льняных фермы и одну мастерскую. Это будет 35 пастухов, они у меня есть. Ну, давайте тут делать. Наверное. А где вообще у меня до этого тут? Вот они... А, может тут... поставить. Сюда должно влезть, мне кажется. Это вот если мы по-другому здесь дорогу проведем. Лен немного места занимает. Так. 96. Блин, чуть-чуть. Хм. Тогда, может... Чем могу помочь? А, блин, я там удалил. Так. И здесь. Теперь норм. Так, там у меня уже привезли индигоферу. Да. Ставим эту. Тарику, устрой гостью. Так, еще раз. У меня... Да, глины должно быть дофига. Так, керамика пошла. И... еще одна... Ну, здесь, наверное, поставлю. Или... Вообще, в принципе, можно тут вот как раз, где немного места. Вопрос, дотянется ли... Да, склад дотягивается.
есть две льняные. Еще, значит, надо вышивальщицу одну поставить. Желательно просто все одного типа в одном месте ставить, чтобы потом можно было профсоюз как-то на них использовать. Давайте-ка я гляну, нету ли у меня для профсоюза. Вот, все зерновые фермы НБСы. Блин, а какие у меня тут зерновые фермы? Или он считается зерном? Я, кстати, не помню. Интересно то, что... это зерновая ферма или нет? Семенальная, да, это зерновая, стопудово. Ну, видимо, и ТЭФ тоже. Хрен знает, короче. Ну, тут еще и фестиваль жизни проходит. Так. А, вот тут не хватает... Угу, давайте потихоньку улучшать. Теперь пастухов не хватает. Мощенные улицы везде. Все-таки мне еще нужна одна вышивальщица. Блин, пока пастухов не хватает. Спаси-ка. Керамика знал пошла. Ты, как здесь отмечают окончание поста. Кроме того, а, нам все-таки гобелены важнее. Давайте я пока гобелены не буду давать. Мне надо 5 накопить, а потом уже пускай оно идет. Так, мне надо все-таки... Тут работает на... Да, тут работает на 250... А, слушайте, оно пастбищу дает 100%. То есть тут тоже желательно, для всех пастбищ желательно орошение, но тогда оно дает плюс 100%. То есть эти вообще просто должны обязательно расти на орошаемой, а если пастбище на орошаемой, то это плюс 100%. Надо все-таки там как-то проводить. Так, здесь пофигу. Ну, не знаю. Стоит ли? Мне вообще стоит, конечно. И плюс еще... Так, как у нас тут потребление? Так, пока производство молока высоко по сравнению с потреблением. То же самое чая касается. У нас там еще рубашки. Ага, на рубашки спрос больше, чем снабжение. Мяса тоже достаточно. Так, тут какой-то праздник происходит. Но он только плюс 100 производства на всей еды. Может, я перенесу эту вышивальщицу сюда. Собственно, еще одну поставлю. И
гобелены. Гобелены требуют 90 старейшин. Так, они у нас есть. Так, стоп, тут. Сюда. Все, работаем. Так, чего здесь вот этим сколько не хватает? Сколько красивых иностранных языков и ярких нарядов. Всего хватает. Просто еще не до конца заселились в домишке. Так, ну все, гобелены делаются. Значит, 5 мяса и 5 гобелена. Готов! Надо по квесту доставить. Давайте, раз, два, три, четыре, пять. И ждем гобеленов. Так, что с молоком? Хватает ли того, что я привожу, интересно? Так, вот сейчас 3 выгрузится. Да, по идее, смотрите, на 30-ке держится, так что тут все с... Неплохо. Осталось немного настроить масинка. С этим... со снабжением тут на этом острове все норм. Отлично. Выполняем квест. Идем дальше. Что тут следующее требуется в потребностях? Похлебка. Опять тефа. Теперь пряности. На этом острове они есть? Да, как раз на... А, слушай, так тут и мед есть. Мне больше никакие острова не нужны. Мне эти 3 острова выше крыши. Значит, требуется тефа, пряности. Из них делается мельница тефа. А, еще и крабы нужны. Омары, точнее. О, омары вот здесь у нас. Облачилась в синее. Она не одобряет то, что император позволил чужеземцу преподавать во дворце. Все, какие у них проблемы. Вы заслужили благодарность королевы. Так, чего-то не хватает. Я не смогу работать без материалов. А, блин, я не то пере... Ой, блин... Я не то перенес и не то построил. Дебил. Вот это надо было, по-моему. Да. Этого как раз достаточно пока. Так, сделаем. Не хватает соли. А, ну тут просто повышено сейчас производство из-за фестиваля жизни. Не надо. Не стоит больше ставить. Потому что фестиваль закончится, производство вернется в норму. Я бы мог, конечно, для фестиваля просто снизить здесь производство, но я потом забуду, нафиг надо. Так, готовы. Где у нас там 5? Блин. А, я еще не начал их делать, да, только вот сейчас началось наконец-то производство гобеленов. Лен. Не, ну льна у нас, по идее, должно хватать. Да. Соли дофига. Хотя странно, у меня как раз соли этих тоже дофига. А тут не производится, потому что не хватает. Им, наверное, знаете, тележек не хватает доставить, поэтому я отсюда и переношу. Да, наверное, стоит мощеные дороги делать, чтобы быстрее... Все эти тележки двигались.
Принцы Ангиреба не видят новых горизонтов. Нужно договориться, чтобы обезопасить новое корабли. Новое задание. Давайте сплаваем. Так, тут какое-то задание появилось, по-моему. Итак, вы вернулись в Ангиреб? А здесь что за задание? Просто подъехать везде. А, это, блин, этого надо дятла найти. Так, что там с гобеленами? Проложите курс. Уже пошли. Но мне их 5 штук надо. 5 тонн. Глиняные трубки, потом очки старого света и монастырь. Очков у меня, по-моему... Похоже, Ангиреб готов к переговорам. Отлично. Куда дальше? Отправляемся. Пошли переговоры вести. Хочу сказать, сколько у меня в мысе Трелани очков. И можно уже подумывать о торговом пути. Мне кажется, их осторожно, тут... не разожгите вражду еще сильнее. Так. Ну да, дофига. Только давайте я уберу. Так. Пускай запас остается. А, вообще какой-нибудь низкий. 30 поставим. 30. То, что выше... с места, пускай продается как-нибудь так. И начнем потихоньку возить очки в НБС. Насчет фонтанов вряд ли они есть. Нет. А может быть, водосточные каналы? Тут квестов сколько пошло. Ну, пока... Прохладная вода настроит его благожелательно. Тема подчеркивает важность распространения знаний. Ну, типа, хочешь, чтобы я помог. Хорошо, что эти все квесты не на время, на самом деле. Так, еще один гобелен. Иго. Странно, почему тут показывают, как будто это полярники на самом деле. То есть этот вот значок... А, это не поляр, это в смысле этот водитель... Стратостата, аэростата. Так, все, 5 гобеленов. Включаем тут, чтобы они начинали пользоваться. Этот. Проложите курс. Летим сдавать. Поможете мне сбежать из дворца? Хотелось бы вырваться хоть не на... Я на вас надеюсь. Блин, минуя патрули. Давайте сначала мы этот квест сдадим. Корабль атакован. В смысле атакован? Грузовые станции. Вижу, мой советник вернулся. Так быстро учится у предшественников. Без лишнего шума. Есть. Ну, в чем дело? А, подняв белый флаг. Надо его активировать, я так понимаю. Или как? Вот так его, по-моему, надо делать. Значит, Китема прислал слугу? Вы входите в особый круг клиентов. Ладно, это чуть позже. Завоюйте наше доверие. Докажите, что понимаете нашу землю. Его величество император Китема. Сюда плывем. На всех парах! Мы небольшой народ. Но наша страна — это земля славы и красоты. Хочет просто прогуляться. Кто там? Ну. Нас почтил присутствием мастер. Боже, сплошные легендарные чуваки прибывают. Так, сейчас мы с императором пока разберемся. Вы, возможно, думаете, что король делает, что хочет.
но я в основном... Как думаете, на рынке есть персики? Наверняка. Так, посетите рынок. А, как? Так? О, совсем забыл о деньгах. Музыка меня порадовала бы. Я хотел, чтобы Витатху не играл на флейте. Но ему это не интересно. Кому, блин, интересно играть на флейте? Моя нога сама настукивает ритм. Если вы фанат флейты, напишите в комментариях. Мы уже не те, кем были раньше. Он слишком мягок. Давно пора преподать чужакам урок, как это сделал бы король Вак. Так, что у нас тут нехватка старейшин. Время короля Вага было временем насилия. Нехватка нарядов. Я не хочу жить в таком мире. Лишь бы Китема больше думал о простых людях. Нам лучше уйти. Тут говорят о политике. Опасная тема. О, для музея. Вот он. Это король. Он шпионит и подслушивает. Ищет виновного. Найти стрелка на крышах рынка. Вспышка на крыше. Защитите меня. Почему это в разных рынках происходит? Иногда мне хочется простоты, что есть на поле боя. Боже, где тут? Это точно на этом рынке? Вы видите стрелка на крыше? Во! Маневрируем. Ну, по-моему, неплохо дали королю прогуляться. Так, что у меня с рубашками? Почему начинает не хватать рубашек? Ну, во-первых, не хватает... Это всего лишь рана. Король не должен умирать из-за страха, но должен страшиться умереть. Нехватка льняной ткани. Гляну, сколько у нас льна вообще. 8. И льна маловато. Так. Давайте поставим еще здание пастухов. И еще две льняных фермы. Так, раз. А два, кстати, могу тут. Блин, чуть-чуть. Так, знаете что? Мы, очевидно, вот тут уберем одну штучку. Вот так проложим дорогу. И здесь проложим мощёные дороги, чтобы быстрее двигались ребята. И здесь еще одну ферму льняную.
Да, я вижу, что мне не хватает жителей, но их не хватает из-за нехватки продукции определенной. Поэтому, когда мы вот это организуем, я думаю, все заработает. А потом, когда мы откроем... Так, все уже тут максимум. Когда мы сможем топливо поставлять, ведь надо 600 старейшин. Так тут вообще будет изи. Мы просто добавим везде тракторы, и это будет плюс 200%. Так, еще надо вот эту одну льняную мастерскую. Так поставить? Нет, давайте так. На вашей фабрике произошел взрыв. Блин. А город Табарим написан. Ну, это тут ладно. Тут может гореть. Так, давайте дороги. Не хватает рабочей силы. Сейчас все будет. Так, льна у нас достаточно. Пожар вышел из-под контроля. Боже, что, нету пожарных, что ли? Пожар нанес городу ущерб. Ну, в общем-то, все нормально. Так, что у нас дальше по квестам? Так, тут у нас нехватка старейшин чисто из-за нехватки рубашек. Но это скоро исправится. Они уже стали на 100% работать. А, вот сюда надо доставить. Готов! Так, а чё я... Величество Китему еще не привез. Ну, наверное, сидит сейчас в этом в аэростате. Нам не помеха. И смотрит. Ты достойны похвалы. Отлично. Так. Теперь давайте вот этот. Сюда чертежи повезем. А здесь исследуйте Ангереб. Смотрите необычные прилавки с керамикой. Так, где вот это, наверное. По палубе разбросаны стопки неоплаченных счетов за доставку льна. В помещении для хранения ткани абсолютно пусто. Так. Дальше. Все-таки вот это штаб-квартира. Следите за скудным флотом принцев. Следить за скудным флотом принцев задача не из сложных. Поэтому глава флота начал в свободное время заниматься врезанием нескольких десятков кистей. Не успел прочитать чего. И торговцы керамикой. Добро пожаловать, прошу, заходите. Горшки цвета индиго. Вы видели, нет, какие у меня надежды нет. Подает наш край. У меня есть медные, похоже, зеленого оттенка. А теперь узнаем, что оттенка. Скажет нам ваш господин. К столу переговоров. Ангереб огромен и полон тайн. Нужна целая жизнь, чтобы почувствовать душу. Ни одного дерева и негде укрыться. Сделайте что-нибудь! Полагаю, что теперь... Давайте мне больше нужно времени по-настоящему понять ваш остров. А! Ладно, давайте пока вот этот квест продолжим. Мы небольшой народ, но наша страна — это земля славы и красоты. Опа, начать сопровождение. Блин, это тогда мне надо лучше этот... Что, и это все? Что ж... Это лучше, чем обжарка в Челтонской соли. Ого, как тут все строится сразу. Пора отправляться? Что ж, ведите, знакомое лицо поможет добиться расположения короля. Так, я думаю, мне надо вот этот корабль, потому что... Начинаем сопровождение. Утренние ветра разгулялись, да? Это знак, я... Потому что он с оружием, а аэростат нет.
А, давайте поговорим. Отметьте, что больше всего впечатлило вас на Ангеребе? Может, ремесленный район или мудрость нашего Каптенармуса? Или же... Давайте вот это чудесно. Ага, блин, надо было еще танцоров найти. Да. Ладно, не больше, чем видимость. Император готов поддержать вашу экономику, если вы откажетесь от пиратства. Принесите нам что-нибудь в доказательство намерений пирата, чтобы мы знали, что в его силах довести это дело до конца. Вы наш гость. Окей. И должны доказать нам, что пришли с добрыми намерениями. Так, где там корабль? Вон он плывет. Доски, краска индиго, льняная ткань. Интересно, опять же, где этого дятла? Все хочется... так, поплыли... нашему острову, заодно скинем для музея льва Селамави. Так, старейшин не хватает все еще, а у них все еще не хватает рубашек. Гребешок неразлучника красный, в хорошей погоде. Так, ну давайте глянем. Все равно странно. Ага, значит, нам надо еще одну. Так, я думаю, что ткань у нас... Да. Больше, чем надо, поэтому можно еще одну мастерскую по созданию одежды. Норм. Так, я бы здесь провел все-таки канал. Давайте глянем. Вот как-то так пока. Надо увеличивать поголовье. Так, прибыл. Это немножко позже это я исполню, потому что мне индиго для гобеленов надо. Так. Ну что, поплыли сопровождать. Я уверен, что сейчас что-нибудь нападет. Что не просто ж так задание по сопровождению. Я, кстати, так и не включил белый флаг. Он реально должен тут находиться, чтобы его включить. Но я, у меня настолько сильный корабль, что они его не могли из пушек даже поцарапать. Я просто подошел к ним так, пообщался. Ну, ладно, может, не следить уже. Так. 30 тонн дерева — это вообще самое легкое. Льняной ткани, вот, блин, с льняной тканью и с индиго будут... А, слушайте, индиго даже есть. Так, хорошо, ну давайте потырим пока немного льняной ткани. Сейчас будет минус опять по населению, но я хочу этот квест выполнить. А, слушайте, я, по-моему, где-то могу купить ее. Стояночка, я могу, по-моему, вот здесь... Да, во. Да тут и дерево есть, кстати. Точняк, пойду лучше сюда куплю. Так, что, и никто не нападает? Чё за фигня? Чё за изич? What the hell?
Потом похлебкой займемся, блин, тамаров надо начать добывать. Ё-моё. А кто следующий после старейшин? А, класс жителей повышен до максимального? Тут вроде, мне казалось, тут три класса. Дополнительные очки исследования плюс один. Иллюстрированный текст жители дают. Какие-то очки знаний еще будут. Вот, видимо, вот здесь что-то откроется. Пасика, едва не... Так, значит, покупаем. Я видел блеск в ваших глазах. Два. Три, четыре. Все товары будут. А предметы какие тут есть? В ратуше снижение потребности. Так, это у нас и так уже есть. Это гавань для ловли омаров, производительность. Ткацкая мастерская. Музей. А то Блейк. Очень приятно познакомиться. Пути! Так. Зовите меня, сэр Арчибальд. Ваш император меня ожидает. Меня зовут Биньем. Я эмиссар его императорского величества. Мне поручено консультировать его в этом деликатном деле. Что ж, узнаем, что привело сэра Блейка в Энбессу. Если кто-то внезапно... Вы мне понадобитесь. ...будет в комментариях возмущаться, что черные, мол, не могли на таком развитии быть в 19 веке, на самом деле, опять же повторю, это эфиопы, они не совсем черные, это такая своя раса особенная, и у них давний император... Ну, то есть, это очевидно, вот для меня очевидно, что это... Не факт, что у них был такой замок, правда. Интересно. Ну, вы можете про того же Хайли Селаси почитать. То есть развитие у них вполне было на уровне. Так, переговоры. Это сэр Арчибальд Блейк, посланник королевы. Я высоко вам лично, потому что, похоже, письма Ее Величества до вас не дошли. В них, если вы еще не знаете, копии договора о протекторате, который вам срочно нужно подписать. Договор гарантирует НБС защиту от враждебно настроенных сил региона, а ваш народ будет в надежных руках королевы. Дайте промолчать и позволить высказаться Биньяму. Дружба двух наших народов – это и моя мечта, и мечта Дженихоя Китемы, но такой ценой... НБСа не станет кому-либо подчиняться, это независимая империя, равная любой другой. Что вы скажете, например, насчет союза империи Китемы и вашей королевы? НБСе не нужна так называемая защита, ей нужен союз двух равных государств. Такой договор мы готовы обсудить. Сэр Арчибальд, возможно, вам... То есть, либо стоит согласиться, либо стоит обдумать, не чтобы отказаться. Давайте вам стоит обдумать. Возмутительно. И она не моя королева, а просто королева. Наша королева. Зачем я вообще сюда явился, если вы ведете себя как пара местечковых консерваторов? Это возмутительно. Как он смеет считать себя равным ее величеству? Чванливый мелкий царь. Грузовые станции. Чё-то... Бесполезно. Зачем я вообще вернулся в этот проклятый край? В этом нет смысла. Что? Таких несдержанных людей я еще не видел. Вы говорите, он обычно дружелюбен? Да, что-то психанул, чувак. Ну, тут, конечно, вообще, мягко говоря... Я не питаю неприязни к сэру Блэку. Персонажи в Анно 1800 очень выпуклые. Возможно, так сказать, еда поможет ему. Такие смягчить. Очень гротескные. Еда поможет смягчиться. И что же мы ему сейчас будем 2 тонны похлебки доставить, чуваку? Такой, как вкусно, да, хорошо. Так. Вы уже разведали местность? Не поможете мне заполнить белые пятна на наших картах?
помогу. Так, давайте этого довезем. Доделаем этот квест. Ну, они, конечно, нехило так потребовали. Не знаю, я рассматривал эти узоры. Давайте еще раз глянем. Я так и не увидел там дьятов, честно говоря. Итак, вы вернулись в Ангереб? Да, я пытаюсь ваших этих дятлов разглядеть. Ну вот это, видимо, имеется в виду. Вот, вот эти такие какие-то хохолки похожи. Несмотря на наши сомнения, вы помогли нам. За это мы раскроем вам свои секреты. Ну боже, какие же там секреты. Узнаете, что находится под скрытым рынком? И что же там находится? Что тут нам нахуй? Нужно доставить партию керамики в Вахадешер. Но у нас нет свободных кораблей. Фига себе, у пиратов нет свободных кораблей. Какой секрет раскрыл? Что тут? Боже. Металлических инструментов лязг слышится. Я что, они тут пушки делают, что ли? Так. А, найдите ящик с керамикой на крытом рынке. Вот это, что ли? Сможете? Готов забрать. Иначе все высохнет, и монахи не смогут нанести огонь. Полет нормальный. Так. Ваша помощь Ангеребу — свидетельство благородства. Отправляемся. Лишь бы они не использовали вас против меня. Во имя Ее Величества, на этой местности при такой жаре будет непросто. Но надо бы дать название. Считает, что первый шаг завоеванию новых земель — составление подробной карты окрестностей. Так, плывите в места, указанные сэром Арчибальдом. И... куда? Ну, это по квестам у меня. А, вот тут, что ли? Ага. Так. Блин, так я сейчас хрен это найду. Ах, да, нас предупреждали. Согласно записке, эти ящики надо отвезти в Кидусе. На мошенничество не тянет. Полету готовы. Так, группу инженеров чуть попозже. Блин, где эта арка? Давайте искать. Еще раз посмотрим. Она где-то, ну, на каком-то острове. Жрецы ждали доставку чуть раньше. Ну, это... Благодарю вас. Так, видите какие-нибудь арки? Я пока не вижу. Пути! Может, как раз у сэра Арчибальда где-нибудь на острове? Нет, нету. Тут тоже не видно арки. Ну, просто каждый остров давайте так обсматривать. Нету. На нашем острове, по-моему, я и не видел ничего подобного. Так, вот этот остров. Нет.
здесь не вижу. Снова нет. Да, блин. И тут я не вижу. Что-то сложно. Сложно, ничего не понятно, сложно. Так, нифига нету. Так, по-моему, я это тоже смотрел. Ну, как бы... Вообще уже немного островов осталось. Хм. Класс. Может, какой-то остров, который я не увидел? Ладно, давайте другие глянем. Картинки. Так, ну вот это понятно. Давайте, может, к этому и поплывем. Или непонятно. Это, мне кажется, какой-то из этих. Вот. У вас на редкость доброе сердце. Не знаю, мне сюда лететь надо или плыть? Мы люди чести. В это смутное время ее зову подчиняются наши сердца и дух. Честь – стержень нашего народа. Так. Ну, блин. Вот это место, это точно или не точно? Нет, не точно. Так, ладно, давайте пока этот квест продолжим. Столетия назад, со смертью царя Лебны, прервалась династия Ламайс. Трон должен был унаследовать Мегден. Однако у его младшего брата Тамаси были другие планы. Разберите руины крепости. Он сам захотел править и подослал убийц к Мегдему и его детям. Но все пошло не так, как задумал Тамаси. Эламайсы перебили друг друга. Однако кое-кто из свиты Тамаси сбежал и унес с собой семейную реликвию Силамави – копье Дараши. Сейчас я покажу настоящий рык. Помните человека, которому вы помогли в Кидусе Анитоне? Он искал копье и, возможно, скоро найдет его. Нам нужно копье. Найдите копье, и мы выслушаем предложение Китемы. Только сохраните все в тайне. Я поговорил с жрецами и подтвердил, что давным-давно солдат прибыл сюда для лечения, скончался от ран. Должен быть, где-то на этом острове. Помогите найти мне кладбище. Ну, давайте найдем кладбище. Как оно должно выглядеть? Ну, он скончался на Кидусе. Это мы в Кидусе, да. Где тут кладбище, может быть? Вообще, где-то видел какой-то монументик небольшой. А, подождите, да, помните, в первой серии где-то вот тут, по-моему, сбоку где-то жамкал на какой-то... Или это не этот остров был? Такой небольшой монументик я видел. А может, вот эта разбитая статуя? Не, ну, наверное, где-то рядом с библиотекой должно быть кладбище. Там...
О, список. Вот, список погибших. Телохун скачался от полученного ранения мечом. Ну, личный компьютер передан Огдайде. Но... Как волнительно, здесь известная персона. Но нам не сообщили, где он похоронен. Мавзолей. А, вот кладбище. Так. Жрец. Абия. Веду. Вот, Телохун. Вот он. Ну. Последний сын Селамави последовал за восходящим солнцем. Вот он. Говорят, у нас нет давно. Ну я уже сверился, блин, где тут. Ну, мы что-нибудь придумаем. В смысле? Я уже получил, я уже прочитал все. О. Или все-таки это дальше будет по сюжетной линии, мы это сможем сделать. Осмотритесь как следует. Вряд ли мы найдем его сразу. Но любая зацепка может привести нас к копью. А, нет, уже, видите, дальше прошло. Отлично. Жрецы записали, что вещи, включая копье, переданы Огдайде. Как думаете, что это такое? Может, 8 добродетелей, описанных в книге, или 8 богов? Начнем снова. Ну, значит, тогда 8 добродетелям. Значит, не 8. Значит, Огдада означает веру в 8 основных добродетелей, которые должны придерживаться жрецы Кедуси. Надо осмотреться еще немного, может, вы обнаружите что-то новое. Тут прям детективная история. У меня же есть доступ к библиотеке, как бы, по идее, я могу читать это все. Если эти... Так, мы должны искать не добра... саму книгу, физическое воплощение. Если... Может ли быть так, что жрецы имели в виду нечто противоположное самому очевидному варианту, чтобы дополнительно все запутать? Ну, нафига им запутывать? Может, лежит в священном месте? На более, более конкретная точка. Ну, давайте о саму книгу. Точное расположение внутри книги. Если все так, то в этой книге должно быть что-то особенное. Нечто, что отличало бы от всех остальных в библиотеке. Сама век книга, сделанная из дерева. Как-то иначе должна быть помечена. В левом крыле. Несомненно, жрецам есть какие-то, все они подписаны. Позволяю, что эти имена содержат вторую часть ключа к нашей тайне. Вернитесь в библиотеку и изучите этот след. В левом крыле. Надо смотреть. Так,
Левое крыло, значит, тут. Блин, я их все прочитал уже. Остров Бога. Остров Слуг и Остров Бога. Ну, левое крыло это вот это, по идее, должно. Оно же не так считается. Оно считается от входа, я правильно понимаю? Если смотреть прямо на библиотеку. Ну, давайте. Значит, мы нашли книгу с таким же названием библиотеки. Она хранилась в крыле под названием Остров Бога. Если расположение книги в библиотеке должно соответствовать местонахождению копья на острове, то мы должны понять, к чему относится название Остров Бога. Может, каждое крыло представляет собой определенное место на острове? Может быть, каждое крыло представляет собой один из островов Энбессы? Так, значит, это какое-то место на острове. Помните надпись на фасаде библиотеки? В библиотеке весь Кедуси. Она соответствует вашей теории. Если так, то остров Бога — это самое священное место на острове. Водоем омовений. Тоже расположены в самой левой части храма, как и крыло библиотеки. Эти подсказки укажут нам, где было спрятано копье. В месте, которое связано с числом 8. Ну вот. Ритуальная купальня. Так, еще раз давайте. Расположение тайника с копьем соответствует расположению книги внутри библиотеки. Смотритесь вокруг монастыря, не забывая местоположение книги. Где-то рядом с храмом, в месте, которое связано с числом 8. Блин. Рядом с храмом. Призраки бродят среди древних камней. Ростки душ восходят. Мудрость дремлет на дне. Фига себе стихи. Резная колонна пробуждения дерева, резная древний портовый журнал, древний скрипторий, ритуальная купальня, храм, храмовые колонны. Зачем они так с этим копьем носились, чтобы его так спрятать? Интересно. Не, ну это просто какой-то... О, а что это у нас тут? Справочник по фауне Энбессы. Ну это... Нафиг надо мне сейчас. Храм миллионов лет короля Сю. Нет, это не то явно. Наши склады вновь опустели. Мы надеемся на вашу щедрость. Что вы там жрете все? Так, что написано? Тоже не то. Той колодец. Мешки с гибискусом. Как насчет чашечки кофе? Вы играете уже 2 часа. Окей, сейчас пойду сделаю.
Да, блин, что тут может быть связано с восьмеркой? Короче, когда все вот эти колонны, я просто замкал. Я все разведал, и у меня созрел план. Встретимся, когда будете готовы. Думал, что может быть 8 слева от храма. Вот это 8 колонн этих оказались. Так. Я пойду по дороге, точно встречусь с жрецами. Также есть скрытая горная тропа, которая придет мне достаточно близко к храму, но она выглядит довольно опасной. Лучше забраться по скале. Здешние же... тропы опасны. Нам пригодилась так, бы карта. Сфотографируйте. Не хватает рабочей силы. Такой продвинутый вор для 19 века. Из Африки, к тому же. Наш путь лежит в горы. Ждите моего сигнала. Ну. Ждать, пока он свят. Так, у меня еще 8 минут есть. Окей. Поехали вот эти места искать. Еще раз смотрим. Какой-то остров рыбы на каком-то из островов. Вот это, конечно, отсылка к Королю Льву, несомненно. Вот этот выступ, где эта обезьяна приходила и Симбу вверх. И вот это оказывается не... То есть какой-то тут еще должен быть водопад. А слушайте, а может это вот это место как раз? Подождите. Просто тут водопада нету. Тут так вот должен как-то водопад быть, по идее, нет? Вот. Вот первое место из Короля Льва получается, так? Ну и как, мне его место подъехать надо или что сделать? Начинаем поворот. Странно, что эту арку нигде не могу увидеть. Где-то же она должна быть. Еще остров рыбы и водопад. Ищем. Нет, ну точно не тут. Во. Вот это место. Так, запомнили. Это следующее. Так, что эти опять жруны хотят? 30 он... О, это у меня, кстати, есть. Это вполне доставляемо. Проложен. Так, что у нас тут? Передавать свою мудрость другим – большая честь. Тут у нас вроде все окей. Имеется и счастье. Так, пока не занимаемся похлебками. Это нам надо еще на одном острове, там омаров, вот это вот все делать. Пока квестики. Давайте, может, ускоримся. Императрица вчера облачилась в синее. Она не одобряет то, что император... Полет нормальный! Так, значит... Сушеного мяса 30. Чая 24. Маневрируем! Так, группа инженеров чуть попозже займемся. Похлебку никто случайно не продает? Совершенно случайно. Ну, вряд ли они тут. Он тут продает в основном. Да. А этот торговлей не занимается?
Надо пока квесты выполнять. Ага, ну да. Окей. Что ж, с этим мы отрезаем. Спасибо. Похоже, какое-то время голод нам не грозит. Ладно, мясо, но чай с гибискусом. Могли я бы обойтись вообще-то. Может, вы забыли? На всех парах! Так, просто хочу посмотреть, как он будет зарисовывать. То есть, как... Может, мне это сфотографировать надо? То есть, как тут... Плывите в места? Странно, ага, да. И прекрасно. Да, то есть это засчитано. Так. Ну, как эти никак не помечается, к сожалению. А, сфотографировать надо. Все-таки. Так. Минус один, да? Королеве это понравится. Пусть будет отрок львиного сердца. Никак не помещается, что я это сделал. Ладно. Второе мы вот тут нашли. Пути. Так, теперь нам надо арку и рыбу. Так, еще раз, тут я... Ну, арка, понятно. Какая смелость. Столько спасенных. Странно, жизней. Что никак не могу найти. А вот это... Это, видимо, побережье где-то. Рабочей силы. Так. Вообще даже можно, по идее, примерно представить. Тут такой выступ должен быть. Может, это вот тут? Нет, не похоже, да? Не арка случаем? Нет. А вот какие-то кости. Не оно? Нет, как-то не очень. Этот водопад. Я помню. Найдите ящики, спрятанные у водопада. В развалинах у водопада. О, выдержанный виски. Возможно, это мне поможет. Будет водопад-скотч. Фоткать надо? Так, ну, видимо, это пройдено. А вот еще два места. Грузовой корабль готов. Хм. Вообще ни малейшего понятия. Мы нашли в горах раненого. Он отправил нас за помощью к вам. Объясните, в чем дело? Хреново он пролез, я так понимаю. Фотка не помогла. Попробуем еще раз. Соберитесь. Верховная жрица очень прозорлива. В смысле? Я что-то должен был сделать за это время? Копье здесь? Мои предшественники держали это в тайне. Судя по вашей бесстыдной попытке пробраться сюда, не зря. Копье Истари хранилось в Ангеребе, и поэтому я отдам его вам. Но Кидуси должны получить что-то взамен.
Доставьте эпический или легендарный имбесский артефакт на Китузия Митонга. Что-то такое должно быть, по идее. Эпический или легендарный, то есть... Ну вот, например. Диорама церкви. Ну, что поделать. Потом как-нибудь добудем. Ну, что-то притормаживать стало. Так, все-таки ну, надо как-то решить эту загадку, блин, с этими с местами. Еще какие-то мелкие острова есть. Так, а давайте я вот так гляну. О, прекрасно! Наконец-то копье вернется в Ангереб. Пора отправляться в путь. Либо Китеми, либо Вангереб. Ну, я бы Вангереб отвез. Как бы Китеми у меня вообще как бы как-то его не просил, мне кажется. Курс задан. Да, тут какие-то еще мелкие острова. Вот надо на них проверить отсутствие наличия. Так, тут, тут и тут я посмотрел вот эти три. Во! Арка найдена. Начинаем поворот. Так, ну и, блин. Вот это, в общем-то, осталось. Ну, мне кажется, это какой-то большой остров должен быть. Это выглядит как какой-то большой остров. Вот это отмель. И здесь... А, во, не оно? Случаем. Оно? Е-е-е. Так, решим мы эти загадки. Да. Это точно, это кладбище слонов. Катя, до сих пор никаких львов не видно. Давайте сначала к нему сплаваем. Это по пути ближе. Отправляемся. А потом к арке. Ну, короче, вот это дополнение, оно больше, знаете, про прохождение вот таких квестов всяких, чем про развитие. Не хватает рабочей силы. Да что там? Минус 184, почему? Минус 30, жить можно. Именно техников. Получилось? Нашли? Копье. Неужели этот день настал? Это настоящее чудо. Ну же, расскажите нам все. Не хочу там сидеть, я лучше в теплой Африке посижу, чем в Арктике. Так, сделать выбор. Копье действительно было на Кидусе, стражник Томаси действительно починил его там. Да, мы нашли гробницу стражника. Смерть от ран, полученных при побеге от предателя. Печальный, но заслуженный конец для вора. Но что насчет копья? Спрятал ли он его перед своей кончиной? Священники спрятали его после смерти. Метафоры и загадочные намеки. Когда же они кончатся? Мне не хочется знать подробности извращенных игр этих жрецов. Где же копье? Они закопали его перед храмом. Вы доказали свою надежность, друг Ангереба, и мне кажется, что я понимаю, почему вы решили не относить копье Селамави к королю Китеми, пока у вас была такая возможность. Мудрый выбор. Это гробница, лежащий в ней стражник. Мне очень интересно, вам удалось узнать что-либо еще? О, надо же! На гробнице была лисичная надпись. Отстал от своего стада. Последний сын Селамави последовал за восходящим солнцем. Тела его жены и младшего сына так и не удалось найти. Ходят слухи, что им так каким-то образом удалось куда-то сбежать.
Я никогда не верил этим слухам, но последние слова стражника разожгли огонь, который я давно считал угасшим. Что если он действительно знал о выжившем наследнике и решил оставить после своей смерти подсказки, которые помогли бы найти его? Пока идет подготовка к празднованию, на котором мы присягнули вере, мы хотели бы, чтобы вы все разузнали о якобы пропавшем наследнике рода Эламайс, который прячется где-то в Энбессе. Отлично. Проверьте документы в портовой канцелярии. Судно этого моряка так, давайте. Не могло остаться незамеченным. Новый заказ? Что нам... Так, что-то мне игра стала притормаживать. Я думаю, что пора уже заканчивать. Видимо, какие-то... Так, я вот не успел нажать готовность. Видимо, надо еще раз подплыть. Что-то он там про слоненка говорил. Пути. О, надо же! Боже, этот маленький... Вернуть слоненка в стадо. Грузовой ну, все, и, видимо, осталось арку... Фоткать, я так думаю. Сюда попробуем. Отправляемся. Так, нету ничего у нас тут на... Ага, опять газета ждет одобрения. Куримся. Не знаю, что там разладилось на Арктике, но... На самом деле Арктика не особо нужна. Вот Арктика поставляет только газ и аэростаты. Аэростатов я уже настроил. Газ, по-моему, мне тоже, ну, по-моему, все на нефти работает, поэтому. Разворот. Что? Арка значит конец пути? Может, там пробежать еще пару фурлонгов? Так, а что надо сделать? Из кораблей быстрее. Как не вмешаться, когда кому-то нужна помощь? Назовем это кладбищем слонов Тета. Отправляемся. Слыхал, что копье вернулось в Ангереп. Боюсь, это предвещает большую беду для Энбессы. Большая беда для Энбесса, когда вся эта ваза упадет у тебя на голове. Реально, как-то прям слишком дофига квестов одновременно происходит. Ладно, давайте смотреть, что у нас тут с похлебкой требуется. На похлебку нам нужно... О, вы готовы? Блин, ладно, давайте еще эту регату проведем. Это у меня самый быстрый корабль. Так, на всякий случай. Ну и куда мы плывем? А, прям сюда и плывем. Да ладно, что это за... Ну это прикол какой-то. Я пока развернешься, да я должен его обогнать, так-то он быстрее. Может его потопить нафиг? К сожалению, я его атаковать не могу. Ну чё, обгоним, нет? К маневру готов? Ну. Кажись, победа. Но это читы были. Прекрасно. Вы, как всегда, безупречны. Назовем арку дугой победы. Дуга победы. Это все важные объекты. Ваша помощь королеве неоценима. Империя не может обойтись без точной картографии, если мы хотим освоить эти земли. Ну, а какой-нибудь приз мне за это будет, нет? Что нам нужно для... Или это все, типа, конец задания такое?
А, так и знал. Следи за краном. Воды моего терпения иссякают. Ладно, тогда на этом закончу серию. В следующую уже будем заниматься похлебками, поиском принца Энгеремы, квестами инженеров. Давайте глянем только, что для похлебки надо. Еще раз. Так, тефы у нас дофига. Нам надо начать пряности добывать. Причем две фермы с пряностями поставить. Так. Две гавани для ловли омаров. И две кухни будет. У нас, очевидно. Ну, там надо 70 старейшин, видите? То есть надо будет апнуть эти еще здания. А сколько у нас вообще старейшин уже тут? 504. Нам надо 600 старейшин, чтобы открылась больница и открылась трактора. Вот даже трактора самое важное. Я бы развозил топливо. Кстати, полицейский участок. Ну, у нас вроде тут несчастья нету. Порт тоже не особо нужен. Ладно, это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!